Всем привет! Сегодня будет вариант уже сладкой закуски. И это будут яблочные дольки, которых можно назвать мумиями, можно назвать личинками какими-нибудь. В общем, на что получится похожим. Я использую песочное тесто, вы можете использовать любой другой. И для начала нужно нарезать яблоки. Яблоки также выбираете того сорта, который вам нравится. Можете использовать сладкие яблоки, можете использовать кислые яблоки. Я нарезаю их на такие вот небольшие дольки. Опять же, размер по выбору и толщина. После чего я промокаю их салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу, и тесто получилось более хрустящим и не размокало. Ну а теперь остается раскатать тесто выбранное, я напомню, у меня оно песочное, и нарезаем их на такие вот полосочки. Ну а далее нам остается обернуть полосками теста дольки, создав эффект мумии, собственно. В качестве глаз я использую шоколадные термостойкие капли. Обязательно, когда будете покупать, обратите внимание, чтобы на них было написано термостойкие и термостабильные, чтобы они не расплавились в духовке. Ну и остается все запечь при температуре 200 градусов 15-20 минут до золотистого цвета. Приятного аппетита!